А пока одни богатеют, в квитанциях украинцев очередной сюрприз. В Киеве и других областных центрах существенно подорожала холодная вода. Повышение от 7 до 28%. Решение об этом приняли еще в апреле, но обнародовали только после праздников. Уже с 12 мая тарифы подняли 24 водоканала по всей стране. Повышение коснулось жителей Киева, Львова, Ривны, Днепра, Хмельницкого, Каменец-Подольского, Павлограда, Лисичанска, Коломыи. Самый высокий тариф на холодную воду теперь в Ривне и столице. Киевлянам один кубометр обойдется почти в 16 гривен. Раньше было почти на 2 гривни дешевле. Платежки с новыми тарифами украинцы получат уже в июне. Повышение расценок на услуги водоканалов в профильной нацкомиссии объясняют подорожанием электроэнергии и повышением минимальной зарплаты. Напомню, до этого тарифы на холодную воду поднимали в августе прошлого года на 30%.